47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия в 2022 году, в том числе благодаря дальневосточной ипотеке. Край достиг рекордных показателей в жилищном строительстве. Сдано более 1 миллиона квадратных метров. Объемы продолжают наращивать. Ведется строительство арендного жилья. В этом году планируется предоставить 1100 квартир молодым специалистам и работникам бюджетной сферы. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяка на встрече с полпредом Юрием Трутневым. Хорошо зарекомендовало себя арендное жилье. Мы под 1000 квартир уже сдали. И у нас в этом году 1100 квартир. В феврале вот начинаем заселение. То есть это хороший проект. Ну и вот по вашему поручению Минвосток развития выделил необходимые денежные средства для строительства арендного жилья в городе Арсеньеве под специалистов завода «Прогресс». Там значительно увеличен гособоронзаказ, соответственно, предприятие набирает обороты, законтрактовалось, получило необходимые денежные средства. И здесь, конечно, необходимо создать нам условия для того, чтобы туда приехали высококвалифицированные специалисты.